Друзья, всем привет! Многие из нас любят носить пушистые вещи из ангоры, махера, пуха и всевозможных других видов пряж, которые, бывает, сыпятся. Что делает ношение таких изделий? Ну, иногда даже неприемлемым. Вспомните, как часто вы вытаскивали изо рта, из носа и чистили всю свою одежду, например, от ангор. Я вам предлагаю полезный лайфхак, который избавит вас от этой проблемы, и вы с удовольствием будете носить ваши пушистые изделия. Нам для этого всего лишь понадобится пылесос. И начинаем пылесосить. Пылесос помогает не только убрать лишний пух, который высыпется с вашего изделия и останется на вашей одежде, но и красиво его расчешет. Посмотрите, какое ровное расчесанное полотно, и пух больше не лезет. А если вы немножечко больше потрудитесь и пропылесосите изделие абсолютно с обеих сторон, то вы получите шикарное изделие из норочки, ангорочки, махера, которое будет очень красиво выглядеть и при этом никакого пуха нигде, кроме только изделия, на котором оно должно быть. Берите специальную насадку, которая не будет травмировать вашего изделия, и пылесосьте и носите с удовольствием.